ты спеши ко мне. Если я вдали, если трудно мне, если я в самом страшном сне, если тень беды в моем окне, ты спеши, когда обидят друг, ты спеши, когда мне нужен друг, ты спеши, когда грущу в тиши. Да, погоди, погоди, я еще не начал, уже подписчики, и Елена Пэтч появилась. Лорд Трофим. Лорд Трофим, приветствую вас. Ну погоди, тут еще, блин, предварительные настройки идут. Не спеши! Так, начинаем потихоньку. Немного поярче планшет. Затянуть рукавец. Затянуть второй рукавец. Хлебнуть дешевого пойла. Да. И вот это еще сделать. А, здравствуйте, господа. Микрофон хоть работает, да? Да, микрофон работает. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас практически окончание первой рабочей недели. Четверг. 15-е, а? Прошла уже 1/24 Нового года, а ты до сих пор ни хрена не сделал, а? Ты планировал прожить этот год по-новому? Ты планировал, у тебя были мечты, у тебя были стремления, прошла 1/24 ты не сделал ни хрена. Я тоже. Погнали арену. Да, вчера я в конце что-то не стал вот это вот все доигрывать, здесь ужасная колода. Которые почему-то еще... А, вот появились карты. Ну, посмотрим, что у меня здесь есть. У меня здесь указательный палец. Много дропов за 2. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, я хотя бы парочку еще побед оформлю. А, возможно, нет. Да, скорее всего, нет. Пойло наружу просится. Добрый вечер в любом случае. Добрый вечер в любом случае. Дешевое пойло — это кофеек, видимо. Действительно кофеек? Нужно включить счетчик арен и записать себе позорное поражение.
Вот теперь все вообще шикарно. И... Где смешной голос? Я тебе зубы выбью. Отличное начало. Но не против воина, потому что... Так же, как у мага всегда в руке есть фростболт, естественно, у воина в руке всегда есть Fire War X, которым он убьет мою скороварку. Неприятно. Скажи, что ты ешь по утрам. Кулебяку ем. Что это? Микробот. Ну, как тебе сказать? Посмотрим, какой у него будет follow-up к этому микроботу. Там чатик. У тебя было 300 зрителей, пока я не пришел. А теперь их 400. О, какой ты жирный. Да, у него все-таки был follow-up. Ну ладно. У нас тоже есть фоллоуап. К его фоллоуапу. Он как бы потратил 1,5 карты на этот сексуальный маневр. Тем временем, да. Где последний подписчик, мистер Алекс? Да, но его типа нету. Посмотрел, Джон Уик, как тебе псевдорусские американцы? Ну, я отвечал, что... В обзоре говорил, что в принципе... Помимо этого. Они просто... Особо смысла нет в том, что они именно псевдорусские. Если бы они были мексиканцами, либо другим любым этносом. Если бы это было любой другой. Короче, там не важно. Это просто плохие дядьки, которых он мочит. Соответственно, зачем делать их русскими? Привет, когда тематическая арена? Ну, еще входим. Дорогие арены стали, понимаешь? Чтобы я так раньше... Тематическая арена 0,3... 66 рублей нормально. А теперь это 120... Лорд Кусака. А теперь 120. Ты понимаешь, в чем моя дислокация? Точнее, дислексия. Точнее, мне нужно как-то вот с этим всем разобраться. Ой, какой я жадный, так хочу на 5 в лицо ударить. Но нет. Ладно. О, лучший тотем под огненной что-то там. Неважно. Спой одну из своих песен. Нет. Фак. Это уже хуже. Ладно, сидим пока. У воина мало карт, с другой стороны. У меня еще есть здесь в запаснике культистка. Чтобы немного себе карт натянуть. Да, здравствуйте еще раз, все, кто подтянулись сейчас. Ну, конечно же, я жалуюсь на цену на арену, потому что объективно же оцениваю цену вообще на все. Вообще на все в этом мире. И, увы, и ах, если бы я даже не знаю, сколько я бы зарабатывал. Несколько миллионов в день. Нет, ну тогда 120 рублей. Да дорого, в масштабах Хэдстоуна. То есть теперь два бустера стоят 180, кажется, рублей. Это уже цена бустеров для картонных игр. Это дорого. Я вас тоже люблю. Может быть, Shovel Knight 15 минут в конце. Сейчас поставлю качаться. Я, кстати, планировал. Возможно, немного Shovel Knight. Что там на столе такое? Такая грязь вообще. Shovel Knight. Ночь лопат. 230 мегабайт. Ну, я думаю, сейчас стрим отвалится от этого все. Он казнил. Можешь что-нибудь про Dying Light... Что? А! Рот! Работай! Про Dying Light можешь что-нибудь сказать, стоит ли брать? Сложно сказать. Когда она там выходит? Надо все-таки каких-то отзывов дождаться, я думаю, потому как... Возможно, это будет среднячок. Не знаю. Так, что это? Это пока не страшно. Это тоже мы сейчас засайленсим. А может и нет. Возможно, мы засайленсим.
Мне не эти варианты вообще не нравятся. Только пришел уже 0-1. Ну потому как это еще вчера было 0-1, извините. Мне не нравится ни один из этих вариантов. Откровенно говоря. Интересно. Зачем? Черт его знает. Да погоди ты, время! О, господи. Где мои бладласты? Как думаешь, Наксрамас стоит покупать? Просто, скорее всего, без него играть никак не получится. Ну да, к сожалению, там есть парочка карт. Типа животика, которые практически везде используются в нынешней мете. Ну, вот вурдалак, он, конечно, не так активно используется, но тоже... Немного его применяют. Вот он задумал мерзкий воин. Ну, окей, он на тотема разводится. Кто твоя новая жена? Моя новая жена — это Слоун из Ньюсрума. Так и живем. Так, я все правильно делаю? По-моему, да. У меня еще и хилящий тотем есть. Можно свапнуть, конечно, культистку, но она выхилится, поэтому он не сможет ее добить. Но если у него есть топор, возможно, все равно стоит ее свапнуть, чтобы не 4. И так сойдет. Ладно, пока так. Если бы ты был супом, каким бы супом ты был? Я бы был сборной солянкой мясной. Это даже не суп, а просто нагромождение мяса. О, Господи Иисус. Ну, конечно, он добил. Хотя бы тотем один оставь. Ну, хотя бы так. Это хуже. Но тоже неплохо. Сейчас мы здесь кое-какие сделаем сексуальные движения. Откуда у него 11 брони? Ага, неистовство ветра тоже, кстати, под элементаля. Ну, теперь у меня преимущество на столе. Очень даже сильная. Посмотрим, что будет. В Севастополе яйца 70 рублей. Стоит брать? Нет, держись пока. Затаись и жди, пока они... Я не знаю. Что-нибудь там придумай, какой-нибудь ответ. Может... Харчо бы тебе больше подошел. Это оскорбление? Ну какой? Сколько брони тебе нужно, чтобы уже успокоиться? Воин? Что там? Это не так уж и страшно. Это хуже. Ну ладно, он лицо пробил. Да, у него 40 хп, и мне нужно с этим что-то делать. Бум! Бум-бум. Ну а чё ещё-то? И хилящий тотем. Это не он. Окей. Не смотришь STL TV? Что это? Опять стримы по доте? Сколько можно меня ими терроризировать? Ну серьезно. Это вчерашняя колода? Да, это вчерашняя колода. Нет, я случаем в Питере учителем не работаю. Как-то так совпало, что нет, это не я. Тебе понравится мой новый
Хилящий тотем. Это ни хрена не он. Окей. Здорово, братишки. Да-да-да, здравствуйте еще раз. Сегодня в Стиме выходит бета H1Z1. Хорошее название. Вот мне нравится, когда у игры цепкое название. H1Z1. Хотите играть в нашу игру? Слабый воин, слабый. Ладно. Возможно, эта колода не так уж и плоха. Возможно, эта колода лучшая из тех, которые я создавал. Оказывается, Касл нормальный сериал, почему раньше не смотрел? Ну, Касл нормальный сериал. Сейчас у него, конечно, уже на спад дела пошли. Да это процедурал. Проблема в том, что это процедурал. Он держится только за счет Филимона и Катич. Ну и пару раз за сезон бывают сильные серии сюжетные. А такие сериалы долго не живут, поэтому он рано или поздно начинает сбавлять свои обороты. Так, оставим вот это, пожалуй. Хочу в донат дня за копейку попрошайка. Ну, отправляйся, что я тебе могу сказать. Я бы рад тебя не пустить, но, к сожалению, ты туда отправляешься. Ты еще не влезаешь в список. Мерзкий, мерзкий человек. Спасибо. О боже. Я хочу сыграть его. Но у меня два дропа за... Ладно. Будем надеяться, что к пятому ходу нарисуется какой-нибудь Сайленс. У меня их три в колоде. Под скверна бота. Стоит ли покупать лицензионный Майнкрафт? Серьезно, за него еще деньги просят? Мне кажется, его пора уже бесплатно просто. Кто-то за это еще и деньги платит. Ой-ой. Окей, погнали. Якубов One Each спрашивает. Привет, как дела? Ну и как я должен по-твоему отвечать на этот вопрос? Стримлю! Стримлю! Стримлю. Специально для тебя в том числе. Ага, бардабри. Ой, как плохо-то, а? Я уже боюсь. Блин, какая рога сильная, а? Какая констракт эта рога. Придется реально на пятом ходике вываливать скверна бота, похоже. Ладно. Это мне мои карты не очень возбуждают, честно говоря, в данный момент. Оу. Таздинго уже. Мне совершенно нечего. Вообще ничего нет, чтобы противостоять Таздинго. Я сдаюсь! Скороварка. Отличный выбор. Ну чё. Сейчас я буду на потеху публики выкладывать сквернобота, похоже. Это не... Это плохо. Это плохо. И у нее все есть. У нее есть ответ на все. И что ты... Окей. Конечно, потенциально сквернобот. Еще и под винтфу... Ладно, посмотрим. Первый раз вообще его в игре вижу за всю мою историю. Отношения с Hearthstone. Hearthstone! Как тебе номинанты на Оскар? Ни Стражи Галактики, ни Исчезнувший и Интерстеллар по Теляре. Ну, со Стражами Галактиками и Интерстелларом все понятно. Вот если Исчезнувший вообще во всех номинациях. Серьезно, номинанты на Оскар есть? Ну, Левиафан прошел зато. Серьезно, ни одной номинации Исчезнувший. Ну, какие-нибудь должны быть, ладно. Техническая хотя бы какая-нибудь. Саундтрек. Так. Ну и что произошло? Примерно ничего. Ясно. Ясно. Кто-то проиграл. Этот кто-то был я. Да.
Пернабот иногда очень хорошо заходит, даже без сала. Что, опять срач пытаешься здесь раз... Не надо разжигать здесь! Нет! Я не спорю, что он может, но пока... Пока у меня все плохо. О, Нил Патрик Харрис будет опять вести. Возможно, ему глотку вспорят. Много вариантов. Номинации. Лучший фильм. Американский снайпер, Бёрдман, игра в имитацию, одержимость, Будапешт, отчество, Сальма, теория всего. Окей, меня припекло. Лучшая мужская роль. Ладно, Аффлека нет, это понятно. Лучшая женская роль. Ну, Розмунд Пайк есть, лучшая женская роль, исчезнувшая. На остальное наплевать, главное, чтобы Розмунд Пайк дали Оскар, потому что она снимается во всяком дерьме. И крайне, крайне необходим Оскар. Почему это, почему у него все есть? Я мертв? У меня один хп? Нет, у меня больше хп, но это не важно. А можно себе свапнуть? Ладно. Окей. Что-то как-то прям меня аннигилировали. Зачем ты юзанул монетку для ящера? Что с тобой не так? Для ранней агрессии. Окей. Скиллово. Скиллово. Давайте уже забудем про эту арену. Так, дальше идем по доминантам. Никому это не интересно, но мне немного интересно. Лучшая роль вторая мужского плана. Пофиг. Женская второго плана. Тоже не особо. О, Эмма Стоун за Бёрдмана, ничего себе. Лучший режиссер. Ну, конечно. Надеюсь, что Гранд Будапешт победит. Лучший сценарий. Бёрдман, Охотник за лист, точно. Опять нету. Анимационный фильм года, Как приручить дракона 2. Это понятно. Адаптированный сценарий тоже нету, исчезнувший. Блин, ну мне да, припекает немного. Окей. Неважно. Ну, зато Левиафан. Зато Левиафан. Бёрдмана вообще куча, конечно, номинаций у Бёрдмана. Лучший звук Интерстеллар, пожалуйста. За технические номинации в Интерстеллара есть. Это неважно. Это неважно. Да это, ну я говорил, Интерстеллар не настолько хороший фильм. Тут-то я ничему. Блин, прикольно. Тут-то я совершенно не удивлен. Потому что у Интерстеллара нет номинации, я совершенно не удивлен. Актеры там деревянные. Ну, технические номинации есть, все это понятно. А вот за исчезнувшую обидно, конечно. Играешь еще в Тундрочку? Ты же ее стримил даже как-то. Я Тундрочку не стримил, но я в нее играю. Окей. Это было не очень. Слышали ты, что один шведский магазин открыл предзаказ по Half-Life 3? Вау. Вау, Half-Life 3. Наконец-то. Дождались. Half-Life 3! Привет, удачного стрима. Спасибо. Да, в моей колоде на шаманов затесалось несколько заклинаний. Как тебе Сыны Анархии? Ну, профуканный потенциал хорошего фильма. Вот как мне Сыны Анархии. Мне нужен как бы... Заткнись. Проблема в том, что либо рискнуть на хилящий тотем. Это бред. Либо хексать горгулью. Это тоже не очень. Ой, давай чё. Я не хочу бомбера терять. Возможно, у него нечем убивать бомбера, и я просто гениально сейчас сыграю. Не знаю. Увидим, увидим, узнаем. Как это все пойдет. Возможно, все. За кого ты больше всего играешь в ХС? Эй, за днище. Днище.
Да, это тоже не очень приятно. Ну ладно. Скороварка, к сожалению, здесь делов наделает. Фак. Что еще? Господи, он меня овнит. Ладно. Ладно. Как-то все резко эскалировалось в Господи Иисусе. А, окей, вот так уже лучше. Спокойно, спокойно. Мой добрый друг шаман. Все будет хорошо. ДЦП гейминг, да, что-то типа этого. Что-то типа его. Главное горгулью хексать постоянно. Окей, это мы тоже убиваем. Огра, наверное, да? Наверное, огра. И бить. Конечно же, бить. Чего ждать-то? Нет, тотем не надо убивать. Тотем не надо убивать. Проверка. Какой сегодня ивент? Какой такой ивент? Ты про мой суперстрим? Суперстрим! Фак. Кто? Что? Окей. Что? Кайф какой, а? Наконец-то люди меня начали радовать своей игрой. Убивать, не убивать. Ну, вроде как надежно, а вроде как и... Я хочу... Окей, я это сделал. Неважно. Рокбайтер. Да, мне наконец-то достойный. Достойный соперник попался. Вот эту карту я тоже хотел взять, но потом подумал, what the fuck? Так, а что у нас по урону? Хватает? Не хватает. А теперь... И теперь нет. Окей. Как мило мне котят рекламируют. Да, котят рекламируют, когда это хорошо. Поэтому я рассматриваю всерьез идею запускать рекламу каждые 2 минуты. В любом случае реклама интереснее, чем мой стрим. Просмотры, опять же. Когда я запускаю рекламу, всегда зрителей становится больше. По мне так неплохо. Неплохо сыграно. Да ладно, тебя прекрати. Так, ну хоть еще одного ДЦПшника заковыряли. А то совсем как-то с одной победой грустно было бы. Почему ты все еще играешь в это дерьмо? Я наверняка уверен, что у тебя не такой голос, но почему-то мне захотелось таким голосом. Там, скорее всего, Нет. И не такой тоже. Ну потому что, блин! Почему нет обзора на почту ради? Ну потому что, Да, теперь срач про исчезнувшую. А давайте лучше выясним, что лучше, Дота или Лига Легенд? Лига Легенд. А можно мне соперника найти, потому что это все крутится и ничего не происходит в данный момент? Нет? Окей, сидим. Вообще нет, вообще никак, нет, ничего, игра не будет. Окей, спасибо. Спасибо. И новые зрители, которые только недавно стали меня смотреть, наверное, не знают, что это именно я, человек, которого позвали в Blizzard, чтобы озвучить для Хирдстоуна. И вот это я говорю. Так, скороварка и топор.
Да, в любом случае, это маг, и у нее наверняка найдется, чем убить мою скороварочку. А у меня, кстати, не нашлось. Меня скороваркой овнили. Или не скороваркой, я не помню чем. Неважно. Ну, вот теперь чат мне нравится. Зовите друзей! Нужно, наконец, выяснить! Нужно выяснить, наконец, что же лучше, Дота или Лол! Лол. Окей. Дропов за один у меня, по-моему, вообще нет. Неважно. Нет, Heroes of the Storm лучше. Я сомневаюсь. Скороварка, да? Конечно же, скороварка. В таких ситуациях только скороварка. Лена — лучшая девочка лета. Это та Лена, которая... А я забыл песню. Satellite. Like a satellite. Конечно, у мага есть Frostbolt! Бака. Этот маг просто бака. У меня нет дропов за 4, причем вообще. Там не так поется. Конечно же, мышка начинает глючить. Конечно же, 2-5, которого нечем убить. Хотя пантера в засаде. Это неплохо. Я не буду, наверное, бить, потому что, возможно, мне удастся выложить вождя кровавого камня. И он станет очень сильно забафнутый, и потом я разменяюсь, и все будет вообще сексуально. Я не знаю. Бань, бань всех. Нет, не буду всех банить. Варген это не очень. Так, мой гениальный план срабатывает, похоже. Лучше вариантов я не вижу. Молоток. Молоток и Сайленс. Сайленс. Убить. Убить. Что же делать? Но мне это не дает особо преимущества. Посмотрим. Что произойдет. Baking soda. I got baking soda. Да, детишки, не употребляйте соду, если что. Это довольно опасно, это довольно неприятно. Что ты задумал, мерзкая обезьяна? Конечно же, это. Ну ладно, он потратил хекс. Он потратил хекс, и меня это устраивает вот по какой причине. Пока нормально. Лёха востралит, на самом деле он знает, что Prime Vault лучше. Я пробовал Prime Vault, но как бы это очень плохо. Это реально ужасно. Это хуже, чем Heroes of the Storm. Там только музыка хорошая, насколько я помню. Там очень приятно сидеть в режиме постройки города и просто втыкать в музычку. Вот это душа. Так, скверна, бот и сова. Но у меня маны, к сожалению, не хватает, чтобы еще и убить другана. А я хочу другана убить. Поэтому убиваем другана. Направляйте меня. А, мне еще не хватало маны, похоже, да, если у меня был... Нет, нет, мне хватало, это я наркоман. Можно хили щит отнем, пожалуйста? Это совершенно не он. Ладно. Хочу услышать космическую собаку. Да, в зуму играть в Prime Vault. Это вообще шедевр геймдизайнерский. Ну, конечно, в данный момент это не самый сильный ход. Но все равно это 8-8 туловище. Поэтому так и живем.
Давай в минёры на раздевание. Давай ты просто разденешься, если ты, конечно, топ-модель. А я в минёры играть не буду. Да, по сути, это тот же минёр. Минёр даже сложнее, чем Хэдстоун. Там нужно алгоритмы заучивать. Так, ну у него... Что? Фаербол, БГХ. Пуха. Конечно же, пуха бьет по кому надо. Еще одна пуха. Че? А? Ой! Какой же это секрет, интересно, если он заморозил тотем? Господи. Надо было сначала проверить. Ну это испарение, господи, ну серьезно. Ладно, грифона тыкай. Нет, не буду. Ладно, хитрый маг. Ну ты глянь, а он меня почти обдурил. Я такой весь без вебмани Яндекс кошелька, но хочется тебе задонатить. Заведешь себе PayPal или Kiwi хотя бы. Ну да. Ну да. Ну, ты можешь на вебмане задонатить через Kiwi. А? 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 Да. Ну, он меня обдурил прям. Ну, я, эх. Близок я был к тому, чтобы... Слушай, а урона-то не хватает. Упс! А, и мышка опять начинает свой безумный-безумный танец с макабрами. Давай, работай! Камон, камон, камон. Ладно. А можно нажать, пожалуйста, кнопку? Пожалуйста, кнопку. Спасибо. Ладно. Выхилился, ну все. Суррендер. Они даже не узнают, что я убила. Фак. Будешь ли ты стримить бесконечное лепо? Лепо. Нет. 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 У, золотая жаба. Золотая жаба, золотая! Слушай, стрим чуть позже, пожалуйста. Порядочные люди в 6 только с работы выходят. А ты ведь хочешь, чтобы тебя смотрели порядочные люди, вынуждаешь не продлевать подписку. Ну, извините. В любом случае, спасибо. Спасибо за вас, за ваш донейшн. Нет, это не сюда пишется, это сюда пишется. Самерикон. Грязевик. Какое у тебя максимальное количество побед? Ну, то самое, которое максимально. Опять маги пошли, то есть стоит немного хотя бы из болота выползти, да, вот этого вот. Вот из этого вот болота. Трех побед. Но я еще не выполз, конечно. И сразу идут маги одни. Одни маги. Окей. Где кровавые уши? Да что-то никак не введут. Фак. Фак. Золотая жаба, золотая. Ну ладно. Да, на арене правят маги. Действительно, да. Действительно правят. Действительно маги. Надо поправить немножко. Ко мне дробов. Что-то мне не нравится эта перспектива, когда он выкладывает, а я потом выкладываю, и он не выкладывает. Ты называешь это оружием? Или подождать. Ладно. Мям-м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 ям
принципе, любой... Нет, это бред. Это... Что у нее может быть? У нее может быть, блин, даже пушка за 2 маны, которая просто... Окей. А то как-то совсем... Не убивай, маг, пожалуйста. Почему у тебя 6 карт, у меня 4 карты, вот это вот все. Как вообще? Коллилируется. Я неправильно произношу слова. Фа. А, окей, терпимо. Терпимо. Приветствую тебя. Главное писать здравствуй. Есть мнение, что звук выстреливания это лучшее вообще, что есть вообще в игре. Вообще, что есть вообще. Да ладно! Ну ладно, ладно, мой подрывник убьет сейчас его. Ну подрывник, это было бы смешно! Подводит меня. Бичоныш. А почему ты не хочешь постримить Катаву или Лето? Ну, возможно, потому что все люди разбегутся! Нет? Что? 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 Просто он мне по... А, окей. У меня есть шмалятор! О, шмалятор! Ладно. Когда уже будет подписка по $3? Ну, мало-мало людей смотрят, к сожалению. Я не виноват. Я не виноват. По $3. Ни у кого нет даже $3. Ни у кого нет вообще ничего. И у меня ничего нет. А вы от меня чего-то хотите. Я просто слишком щедр. Комментарии с рублем. Спасибо. Всех убил. Вонючий отрок. Ну, это тупо. Ладно, пока так. Почему не стримишь Destiny? Ну, потому что я не покупал эту блевотину, нет? Как ты думаешь? Еще один камнедробов. И вот это. Это, похоже, хексать придется. Хексать. Кстати, я мог бы своего наемника засагнансить. Но это тоже дороговато по мане выходит. Это 10 маны стоит. С учетом. Или урона не... Так, что делаем? Что делаем? Убиваем камнедробова. Сайленсим дурачка. Выкладываем еще один тотем. Я хочу его спровоцировать, во-первых, на флеймстрайк. Не выкладывая больше ничего. Сейчас посмотрим, что будет. Ты тоже в Адсенсе подтверждал адрес. Че? Вот это не очень, конечно. Откровенно говоря. Вот сейчас, конечно, скиллстрайк хорошо зайдет. Я не знаю. Конечно же, скиллстрайк. У нас много секретов. Сколько на объектив не хватает? Ну, видишь ли, в чем дело? Объективы стоят просто бесконечное количество денег. Поэтому цену объектива нельзя так просто взять и пощупать. Что мне делать вот с этими? Ну, я не хочу размениваться, потому что я хочу сделать что-нибудь и въезжать, потому что это было неправильно. Надо не дуа. Я хочу лицо убить. Ну, надо размениваться. Преимущество на столе есть. Какие варианты-то? Ладно. Оу. Да ладно, ну какой? Fuck you.
А-а-а, отличный тотем, окей. Нам нужно Коко. Ну, всем нужно Коко. Ну ладно. Лябы-то Коко. Всё. Какой-то потный маг попался. Как тебе новая форма Почты России? Да ладно, какой. Так, ну, значит, план в том, что мне нужен супер-супер магический тотем. Или нет? Ладно, пока так, сидим. Ну, блин, Почта России, они говорят, что у них вообще темно-синяя форма, и что это все фотошопы и вообще. И фотографии данных... И данные фотографии я нашел еще датированные 2011 годом. Можно мне магический тотем сегодня? Спасибо. Ну да. Ты кто такой вообще? Это хороший вопрос. Это действительно вопрос, который в основном меня волнует. Возможно, он немного волнует данного мага, потому что данный маг только что мне проиграл. В довольно унизительной манере, когда я его просто гениально переиграл, как гений. Потому что я гений. Слишком высокий IQ, двухзначный, ни у кого нет двухзначного IQ. Черт, надо было говорить трехзначный, я блефовал. А, вот зачисление через Киви. Товарищ, который, видимо, грозился. И он перебил нашего супер-самерикона. Ах ты, самерикон. Но он, к сожалению, не назвался никак. Окей, хоть что-то. Гений 3-3. Действительно гений 3-3. Я вроде отправил через Киви на вебмане. Действительно можно? Да, это, видимо, ты был, я надеюсь. Ну, спасибо. Что тебе написать тогда, что это был Пуппи Смайл? Ах ты, Пуппи Смайл. Но ты будешь теперь не с Американом. Но мы все будем знать, что это Пуппи Смайл. Можно мне топор? Это не топор. Я не хочу скороварку свою жертвовать. Тем более, учитывая, что этот мерзкий-мерзкий шаман, наверняка у него есть свой топор. Ладно. Ну, или разряд. Боже, мне 6 урона. 12 урона мне точно прилетает. Ну почему я так не умею меченосцев разыгрывать? Почему моих меченосцев? Почему его называют меченосец? Что... Ну почему у него... Ну у него топор тоже есть! Почему никогда не получается раз... Ну это... 12 урона. О, господи. Просто 18 урона. Легально это, а? А вот и хилящий тотем. Действительно хилящий тотем? Ну-ка, сучонок. Можно было бы один и мимо. Один можно было бы и мимо. Ну ладно. Бывает всякое. Кекс. Ну, а какие еще варианты? I'm in love with the bomber. I'm in love with the dynamite. Но у него все равно не на счет заряд есть. Господи.
Ну, да. Да-да-да-да-да. Сейчас Хекс будет. Обратите внимание на Хекс моего наемника. Возможно, это будет БГХ, но шаман найдет, чем ответить. Шаман в данный момент... А, он меня просто убьет. Неважно! Он меня просто убил. Ну да. Ладно. Почему тебе только 392 пришло, я тебе с учетом комиссии 400 отправлял. Ну не знаю, какая-то супер комиссия. Давай я напишу, что это ты был Пуппи Смайл. Пуппи Смайл, что за ник? Что за Пуппи Смайл? Пупер. Давай напишу 400, чтобы тебе спокойнее было. Нет, не напишу. Нет, не напишу. Ну ладно. Ну ладно, 4 победы. Я думал, хуже будет это все. Что за жесткий такой... шаловливые бесы. Что за жесткие такие шаманы. Ну хорошо. Голды отсыпали. Живем. Еще и... Отличнейшие две рарки. Редкая карта. Обычная карта. А, ни хрена не выпала. А, ладно. Допустим. Допустим, что все было хорошо. Я не сюда зашел. Мне сюда не надо. Арена. Допустим, арена. Я хочу за друида. Не зря я пробудился. Да, не зря. Ну, давай посмотрим, насколько не зря. Дерево жизни — лучшая карта в игре. Друид-змея. Никогда не брал. Друид-когтя под друида-змею. 8-8 мразь. О, господи, отличная карта набираю. Заводной дурачок. Ну, я хочу, конечно, за 5 дропчик взять, но нужно брать гнев. Господи. Комбольда возьмем. Еще одного друида-змею. Эндорайка, потому что бафать некого. Подрывник, потому что... What the fuck? Переработка — это полный бред. Магичка. Крокодил. Под змею. Дикий рык брать или нет? У меня уже... Ну, что-то фиг знает. Нет, дикий рык — это бред. Огр. Как тебе номинанты на Оскар? Ну ты поздно пришел, я уже номинантов на Оскар косточки им немного обсосал. Так, собирать в сокровищ, не очень дропы. Мрачный огонек моей души. Древо мудрости — лучшая карта в игре. Скарлетка мне больше нравится, тем более дропов за 2 уже завезли. Давай Скарлетку. Культистку, чтобы карты тянуть, хотя нужно было другого зверя. Это все мне не нравится, поэтому возьмем хранительницу рощи. Это мне тоже не нравится, поэтому возьмем... Как ее зовут? Я забыл, как ее зовут из Игры Престолов. Она на нее реально похожа. Что это? Что за... Что? Окей. Ну что... Нет, тигры. По 2 друидов змеи, все нормально. Звездный огонь. Хранитель чаще. Трок не тупой. Так, ну ладно, алчный наемник хоть один. Овцу возьму для ранней агрессии, если что, убивать толпу. Боевой голем. Зверя возьму. Еще одно. О, господи, сколько у меня заклинаний? Одно примерно. Еще один подрывник. Ну, это просто вообще, просто гениально. Шедевр. Какой кошмар. Ну, что-то я набрал. Да, за друида я особо играть не умею. Ладно, сейчас змеи нормально все сделают. А может, перерыв? Нет, перерыва не будет. Простите сердечно, но нет. Мы так просто не сдаемся, сказал Сумерикон. Какой ты Сумерикон? Какой ты Сумерикон?
Какой ты после этого сумерикон? Ты супер-сумерикон. Так, суммарно это сколько? Ну-ка, математические мои скиллы. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Окей. Оставить может? Нет, нет. Ладно. Вызывай полицию 03. Возможно. Будешь стримить GTA 5, как выйдет на ПК. Свет защищает. Нет. Это как-то не секс какой-то. Какая мерзкая, какая мерзкая. Мерзкая баба под пузырем. А сколько у тебя зверей на всю колоду на двух друидов змей? Ну, я бы сказал, штук 10 найдется зверей. 8, возможно. Скажи, курва, но картава. О, кува? Что? Куркума? Трок не тупой, действительно. Мне нужен какой-то гениальный ход. Гениальных ходов особо не... Гениальный ход! Бить лицо! Ладно. Как тебе номинанты на Оскар? Отличные номинанты. Главное, что Интерстеллар. Вот что я думаю про ваш Оскар. Вот что я думаю про ваш Интерстеллар. Почему? Как я мог превратиться в хейтера Нолана, а? Нолан, что ты со мной сделал? Нолан. С большой буквы. С большой. Ты самая лоу-скильная няша на Твиче, сказали мне. Я в курсе. Спасибо. Мой соперник. Я думаю, мой соперник еще... Черт, скоро змея. Надо делать вот так, мне кажется. Эй. Это я не продумал. Опс! Ну ладно, что, уже начал. Да, так о чем мы? Камнедробов снова наносит ответный удар. Ты получал косарь на стоп-гейм. Что? Кто? Кого? О, вот это овца. Вот это настало время для овцы. К сожалению, ну ладно, потом будет друид когтя. Супер сдерживающая овца. А возможно, нужно было просто Скарлетку разыграть. Какого черта мне здесь овца нужна? Ну ладно. Что? Он не... Он... Что? А, окей. Может, у тебя сяренький? Окей. Блин, ну как-то это... Ну, конечно, три карты он сжег. Но как бы... Да. Твоя магия тебя не спасет. Наскучили стримы карточек, я тебя уб... Ой, он еще и засайленсил. А можно рассайленсить своим засайленсим? Змеи. Ну, конечно же, змеи. Только мы уже практически мертвы. И ведь последний Бэтмен говнище похуже Интерстеллара. Ну, где-то на одном уровне, а не таком. Примерно на таком уровне. Так, ну как-то ладно, все, собрались. Сейчас все будет... Эх, пальцы размяли, у меня нет пальцев, я набрал. У меня протезы. Какая многоходовочка-то, а? Мне бы дожить хотя бы до чего-то. Пушка скверная. Оу. О, нет! Он неплохо сыграл. Ну ладно, мы хотя бы с Кверноботом разобрались. Ой, как. Я
Хотя бы Сквернобот. Не проблема. И он сбросил две бонды. Я не знаю. Нужно говорить что-то, так? Нужно вот в этом вот во всем говорить. Почему в номинантах на Оскар нет Готэма? Действительно. Почему там нет Готэма? Да, с Динго. Но он уже натапал, у него у самого уже 18 хп всего. Вот такого, вот этого я не ожидал. Давайте будем откровенны. Мне кажется, он тоже. Так. Наемник. На что делать-то? А сколько наше древо-то будет стоить? Десяточку. Десяточка это дорого. Не выкладывать наемника, потому что если я выложу наемника, я могу оказаться в той... Ладно! Будем надеяться, что он с ним что-нибудь сделает. За Сифонитова, например. Или за БГХшит. Посмотрим. Левиоса. Stop, Рон, stop! Рональд Уизли. С Левиоса. 2-5. Это не страшно. Это то же, что и у меня. Мерзкий плагиатор. Где? Так. Тут у нас что? Возможность сделать лицо. Какой замахой лицо? Я хочу бить лицо. Проиграл, Варлок. Ты не можешь совладать со всем этим. Только не это. Что это? Нет. Не надо. Варлок, не смей. Варлок. Окей, это не страшно. Нет, страшно, потому что я не могу выложить. Я смогу выложить. Господи. Нет, это тупо. Можно вот так. И стрельнуть. И мне это ничего не дает. Абсолютно ничего. Но это так круто. Можно выхилиться на 5. Он не сможет ничего сделать. Он ничего. А потом да. На 10 я бью, и потом до. А сам выхилюсь. Он меня не убьет никогда. У меня столько хп будет. У меня столько хп. Ты гениально! Может пойти не так? Смотри, он не знает, он понимает, что уже. Он чувствует. Ему надо идти в размен. Это тебе не поможет. Ты слаб, седоспин, патриарх. Что это? Да, мне надо было немного по-другому сыграть. Кто-нибудь может убить этого великана? Пожалуйста, что это? Окей. Это мы с повестки дня сняли. Так, потяни, у меня до лица бить. То есть у нас есть
Супер карта. Бьем лицо. Все, я выиграл. Я выиграл. А у меня еще и древо жизни есть, точно. Хорошо, приятно, когда я выиграл, а? Если бы он контролил ствол, не занимался фигней, все было бы хорошо. Нет, все и так неплохо. Да что ты там тапаешь, у тебя ничего? Что? Ну и что? Ну и что? Крошер. Ты даже не пробьешься через мое древо. Я уже пишу победу. Я уже выиграл, ладно, не важно. Изи! Даже не... Спотел. Не могу больше смотреть, надо бежать, так что удачки, если в следующий раз будет не смотреть после 7, то я даже возобновлю подписку. Сумерикон. Сумерикон еще накинул полтос. Ну как позже? Ну позже это не очень, как бы, дело такое. Стримить после 7, к сожалению, довольно-таки... Мне самому проблематично, потому что вечер-то тоже, знаете, как-то хочется потом. Нужно же еще найти порно на вечер, все такое. А это сложный процесс! Окей. Возможно, змею стоило ста. У меня тяжелая колода, конечно, тяжелая. Какая часть готики любимая? Не люблю готику. Дело сделано, действительно. А раньше было... Job done. Job done. Окей. Запах крови. У меня есть друг, который тоже хочет понюхать, как пахнет твоя кровь. Ученок! Неважно. Новость часа. Twitch открыл музыкальную библиотеку и запустил радио. Чё? Чё? Приберечь его? Приберечь его, чтобы он прям вообще... Я хочу приберечь. Я хочу приберечь другана. Мне кажется, друган себя еще покажет. Юзай печь и запускай ракету. Так, заюзал печь. Пускаю ракету. Полетело. Кайф. Как ты можешь не любить готику? Ну, потому что я люблю басни про лесбиянок от телеканала BioWare. Бьем лицо. Собрание на Манежной площади. Сейчас все еще 2014. Я не знаю. Я не знаю, о чем ты. Опять политоту принес, шакал. Мне нужна сталь. Скаль это не проблема. Убей сейчас Крошера, чтобы я здесь провел свои потрясающие маневры. Да-да-да, он забрел в мою ловушку. Он не подозревал, что его... О, подрывник! Ну, это почти... Фак. Теперь я его не добиваю, блин. Ну ладно, чё, живём. 41-й год на дворе. Да, друзья, здравствуйте еще раз. Нет, 13-й год опять. В любом случае, еще раз здравствуйте, друзья, кто ко мне присоединился в данный момент. Надеюсь, у вас все хорошо. Так, у меня есть небольшая очистка. У меня есть комба! У меня есть сучечка. У меня есть супер комба. Ай. Ну это, кстати. Комба. Ботяня, комба. У меня есть другая комба. Ученики, внимание. Ну ладно, посмотрим. Дай PS4, плиз, я тебе топ-дек сделаю. Ну, как бы нет. Так, вот это уже хуже. Потому что мне нужно через животик пробиваться.
Я не планировал. Я абсолютно не планировал пробитие через животика. Мы должны очистить солнечный колодец. Занятие начинается. Я сделаю все, как ты скажешь. Придется, пожалуй, мишку. Но мне еще звери нужны, чтобы активировать змей. Но, к сожалению, не получается. Только попугаев в удаве. Ну, конечно же, 38. Так, ладно. Ждешь Bloodborne? Нет, не жду. Выглядит посредственно Bloodborne. Мне нужно что-то гениальное сделать. Таунтон, ну, микробота, возможно, пожертвует на таунт. Там я потом настреляю. Давай. Ладно. Ты можешь прямо сейчас... Нет. Заткнись. Прекратите говорить со мной. Я не должен поддерживать с вами диалог. Все топовые стримеры не диаложат. Что-то какой-то прям друид потный. Блин, вот не убил микробота, я мог убить? Конечно же мог. Гениально, блин, сделал все. Ну и вот. Скоро он уже придет. Неужели сейчас... А? Вот это я сыграл. Вот это outplayed. Я не знаю. Да, кнопку сломал. Все плохо. У друида жуткое преимущество. Все очень и очень плохо. Ты можешь сказать про Last of Us, только серьезно. Лучшая игра прошлого и позапрошлого года. Last of Us. Смиритесь, но это так. Ну, из больших давай так откровенно говорить. Не будем брать всякую индюшатину, ковырятели и лопаты, вот это вот все. Компост. Где мои змеи? Где мое все? Ну, у него дар природы, конечно. А, окей, это уже. Все забывают про вот этих трогов. Хотя ему без разницы, в принципе. Лицо? Конечно же, лицо. Мой выбор. Мой выбор — это бить лицо. Моя школа. Так. То есть нам что нужно? Нам нужно, чтобы... Короче, в бой. От тебя нет никакой пользы, мой друг. Ну, у него 6 карт. То есть план какой? Может, в лицо бить? Да. Может, правда лицо бить? Может, ну, я хочу лицо бить. А он пусть сам разбирается, как ему здесь со всей этой шоблой что делать. Какую игру ты бы перепрошел с удовольствием? Да вот Last of Us хочу перепройти. Собственно говоря. Ага, я навязал свою игру. Нет, он выиграл. Еще и свайп. Fuck you. Ну, меня бы там уже ничего не спасло, очевидно. Очевидно, все же было так, как было. Окей. Играл в Крю, если играл, то какие впечатления? Нет, я не играл в Крю. Я играл в Крю на Игромире 2013, по-моему. И меня отнесло от стенда реактивной струей блевотины, когда я увидел Крю. Ну блин, ну какой, Ubisoft. Ну, кстати, некоторые вроде как хвалят. Ну потом куплю за 100 рублей со скидоном. Хотя кому уже нужна гонка будет к тому времени? Нет, не играл, не хочу, и Ubisoft PR-менеджер отвали со своим крю. Научи также играть в ХС. Нет.
Дианон по игре мира. Кобольд! О, это комба. Это сексуально. Уже чувствуешь наплыв позитива в новом году? А почему ты написал позитива со скобочками? Потому что инфляция за 12 дней новогодних праздников уже 0,8%. Что ты думаешь, что я не позитивный? Ты не слышишь, как я сейчас, какой у меня голос? Какой у меня голос? Я позитивный. Древо жизни. Ну, древо жизни на арене, это, конечно, да. Сейчас посмотрим, что есть у этого. Какой у тебя микрофон? У меня Blue Snowball. Отлично, трог. Трогом мы разберемся. Или нет? Есть смысл шмалять? Или нет? Шмалять. И тянуть карту. И тянуть карту, и шмалять, и тратить монетку. Или выложить... Кто следующий от нас на Евровидении? Вангуй. Вот этот вот хор военных, знаешь, которые поют Daft Punk и все вот это вот ужасным английским. Я думаю, они. Я хочу Скарлетку просто выложить и смотреть, что он будет делать. Ой, как гениально! Так что да, я думаю, что вот этот вот оркестр... Окей, он начал. Ну ладно, тоже неплохо. Я думаю, это спутает ему планы. Возможно, он хотел что-нибудь за 5 выложить, а теперь ему пинговать придется. Посмотрим. Настроение хорошее. Вот товарищ, например, летнюю сессию закрыл только что. Я думаю, у него тоже хорошее. Нет, я не гадил на нормальный хор. Хороший хор. Но английский, конечно. У многих проблемы с английским. Например, у меня. Абсолютно. Но... Ну, мне кажется, их пошлют реально. Ну что, таунт кинуть? Потом, конечно, на 7-7 таунт. Да наверняка хексы какие-нибудь есть мерзкие. Я не знаю, что я делаю. Знаешь такую картинку с собакой, которая сидит там около компьютера или еще что-то? Вот это я во время игры в Hearthstone. Щит. Какой туту? Ну какой туту? Что читаю? Ну он никогда не попадет 4 раза по нему. А вот три может. Ну ладно. Лицо? Нет, не лицо. Окей. Так. Все секреты, у меня с ними проблемы, очевидно. Очевидно, у меня проблемы. Микрофон включи. Я включу микрофон. Не нужно мне указывать, что делать, потому что я тебе с локтевухи пробью.
Всех вырубаю в электричке. Просто иду по вагону и пробиваю локтевухи. Что-то маг приуныл, по-моему. Тигр. Ну, мне очень не хотелось бы, чтобы это был... Блин, ну давай проверим. Может быть, это раздвоение. Да это точно не раздвоение. Ну, это зеркало, это зеркало. Ну, наверняка. Подарить ему учительницу магии. А чем я потом буду с ней сражаться? Тигром. Подарить ему тигра. И тигра на тигра разменять потом. Мне кажется, тигр лучше, чем учительница магии. Потому как хотя бы в стелсе они будут друг другу... Привет. Подписчик, здравствуй, Слив. У тебя не тайм написано, понимаешь, тебе написано Тлми. Слив Тлми, здравствуй, друг. Спасибо за подписку. Как этот музон назывался, где все орали? Я орали. Но у меня есть древо жизни. И поэтому я так хорош. 15 хп. Звездный огонь! Все было просчитано. Где мои два змееныша? Еще, блин, ни один не пришел. Ни одного. Ладно. Добрый вечер. Должно было быть тайм. Да, должно было быть, но там не было. Привет в любом случае, привет. Ага, маг, кто теперь из нас? Как тебе Broken Age? Нет, не играл. Это мы убьем. Возможно, сейчас придется древо жизнить. Нет, 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 еще рано. Рано! Выложим заклинательницу и будем сидеть думать. Кто с колоды Джайны, я просто не могу. Люди тыкают. Ну, понимаешь, это арена. А у меня типа с колоды все нормально, да? Ученики, внимание. Это не страшно. Это страшно. Я готов учиться. Мне нужен сайленс. Ладно, это подождет под секреты. Посмотрим, чем он ответит. Два фаербола. Два фаербола — это очень плохо. Но я не верю в два фаербола. Моя религия не допускает таких движений. Они слишком сексуальны для того, чтобы исполнять их в храме. Два фаербола, а? Что это? Ладно, Хекс. Я тоже готов учиться. Пора пустить кровь. Берсерк. I'm in love with the berserk. Что-то у меня неприятности, по-моему. О! Вот это то, что... Вот это то, что требовалось! Это не так хорошо пошло. Это не так хорошо пошло, как требовалось. Может, поиграешь в Quake Life? Нет. О, Господи Иисусе. Кто-то сейчас будет хиляться. Так, так, так. Вопрос главный. Не, ну надо хиляться, это же полный бред. Пока так. Ну, как бы, все равно плохо. Все равно плохо.
Ну, начни также играть в что? Подожди, у меня тут неприятности. Ну, придется, похоже. Ну, блин, он пинганет его. Но не хочу, чтобы он его пингал. Я должен защитить эту землю. Ну, а как? А как? Жертвовать мистика Казана... Я понимаю, что в свете все равны. Ладно. Ты не ответил на вопрос про Quake Life. Да потому что я не хочу играть в Quake Life. Ну какой? Ну блин, у меня древо, конечно, есть. Как мне разгрести вот это? Ну, конечно, змея, когда у меня неприятности. И там сейчас Хекс какой-нибудь пришел. Или что-нибудь. Что-нибудь пришло. У меня еще есть лечащее древо там где-то, да? О, господи. Ну ладно, хотя бы от этого мы избавились. Мегачух — это плохо. Объективно. Овца. Ну, овца подчистит, возможно, что-нибудь. Трог. Не разыгрывать пока овцу. Ну, а от нее какой толк-то здесь? О, боже. Да, действительно, у меня неприятности. Ну, конечно же, змей. Боже. Fuck you. Сколько у него заморозок, я не могу столько терпеть. А хп все меньше и меньше. Дайте зверя. Это зверь. Так, вопрос дня. Выкладывать овцу? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Что-то пошло не так. Я не знаю. Щит. Фак щит. Ну-ка. Это... Терпимо. Так. Ну, надо, конечно, другана убивать, потому что здесь будут всякие грязь. Ууу, что так тяжко-то идет? Что-то совсем тяжко. Всего третья игра, а минута сороковая прошла уже. Ну да, стрим-то уже, извините, полтора часа идет или что-то типа того. Я не знаю. Так, друган отъехал. У него свой друган появился. Конечно же, у всех есть друганы. Я мертв практически. Отпустила змея. Господи, ну не, ну я проиграл. Мне кажется, я проиграл. Фак, он еще это обдекнул. Ну, как тебе сказать, я умер. Я проиграл. Что-то как-то, да, идет тяжко. Откровенно говоря. Откровенно говоря. Что читаешь? Прочитал, наконец-то, шестой дозор. Ну, в принципе, я думал, хуже будет. Более-менее. Закончил он всю эту свою эпопею. С момента релиза валялась книжка, никак я ее не прочитал. Думаю, может видосик запилить про шестой дозор, рассказать, что он не очень. Без ш... А, ладно, посмотрим. Надо было Шторма убить, а не Элема. Ну, тогда бы змея точно не жила. А так хоть какие-то побед, шансы были. Ладно. Ну какой каб... Правда, чем я думал? Давай так оставим.
Давайте помолчимся. Память о моем скилле. А, неплохой вариант, неплохой вариант! Нет. Когда-то у меня был скилл. Он сегодня что-нибудь сделает? Привет, удачных тебе каточек. Спасибо, дорогой друг, спасибо. Я хочу опять на первом ходе делать глупости. И я буду их делать! Главное на колодец нажимать всегда. Брюква. Черт подери, брюква. Конечно же, у меня был скилл. Куда-то пропал. Конечно же, там палец смерти вывернул. А, нет, это жабьё. Ах ты, жабьё. Гнев. Кобольд. Очень удобно комментировать Хардстоун, потому что можно просто называть все, что происходит в игре. Чем я и займусь в ближайшие несколько минут, чтобы доказать свою позицию. Уборочный голем. Он ударил жабенком моего кого-то там. Кобольда. Я в данный момент применю гнев. И убью жабенка. Я не знаю. Мне кажется, что шестой дозор, если не так плох, но уж точно какой-то совсем трешовый. Да не одно, а чем? Он такой. Я не скажу, что он совсем трешовый. Ему как-то более-менее белыми нитками, но удалось связать все, что не утворилось во всех дозорах. Это уже достойно уважения. Интересно. Были мысли о покупке Xbox One. Ну, до того, как Xbox One вышел и стал гребаным дерьмом, например. И до того, как я пощупал геймпад, и оказалось, что он абсолютно отвратительный и намного хуже, чем у Xbox 360, за исключением крестовины. Так, ну это как бы да, дело-то такое. Бьем лицо. Бьем лицо. Австралийские геймеры не получат Hotline Miami 2 из-за сцены с изнасилованием. От им не повезло. Ну, зато мы насладимся. Интересно. А что это мой под... Почему моя трансляция стала какой-то... неназванной? Глючочки какие-то. Что за дела? Я недоволен таким развитием событий. Так, и этим я тоже не особо доволен, но у меня есть шмаляло. И мне это, в принципе, не особо помогает. Ладно, посмотрим. Опять дали бетку Evolve. Мне, кстати, тоже должны дать бетку Evolve. Да, глянь, дали. Причем бетку Evolve... О боже, как мне с этим бороться? Примерно никак. Примерно никак. Примерно выложить Скарлетку и... Не хочу играть в игры. Так вот, да, мне дали бетку Evolve. Что самое интересное, ее дали за Bioshock Infinite. Или за Left 4 Dead. Я не понимаю, как эти игры соотносятся. Что-то меня как-то, по-моему, немного... Немного. Блин. Какую лунную ночь появляется вебка на стриме? Каждый раз в конце стрима, очевидно, нет, не появляется вообще никогда, ни почему, ни по каким... Даже не спрашивай меня. Фак. Ну, конечно, ровно три.
Да это констракт, как, ну посмотри, он бы еще, блин, выложил бы, когда я и... Мех. Кмех. Хехч. Хых. Ну ладно. Не мой день, видать. Да, по-моему, каждый день в Хардстоуне не мой день получается, а? Не видишь в этом какой-то... Я не знаю. Как-то грустненько от этого становится немного. Я не... Я сдаюсь. Evolve же от создателей Left 4 Dead, а издатель от Bioshock. Что, серьезно? Вот же... Окей. Интересно. Ну, как-то она не так весело играется, Evolve, по сравнению с Left 4 Dead. Очевидно, из-за того, что они решили. Очевидно, потому что они... Ну, конечно же, он не промазал. Потому что они решили... Я сегодня закончу хоть одно предложение, начатое мной ранее. Потому что они... Решили сделать одного монстра в Evolve. Я проигрываю все игры. И ухожу в закат. Ну, это было и быстро. Что за... Что так плохо-то все? Ну, ты же знаешь меня. Запри своего парня дома. Пэль. Он подсел на мой голос. Это как секс по телефону. Ну, погнали последний раз. Так, надо собраться и все-таки нормально что-то оформить. О, боже. Ладно. Ну, не за Джайну, ну, блин, горошем. Нет, я не умею за горошкой. Смерта... Ну, блин, смертокрыл. Но он вообще игры выигрывает, если в конце приходит. Ну, то, что ли, такая надежная легендарочка хорошая. Потому что две запчасти, по сути, и 5-7 туловища. Ну ладно, смертокрыл. Потому что весело. Подрывник. Трок. Арканит. Рывок. Голем. Надсмотрщик. Фаерворекс. Лазурный дракон. Это сложный выбор. Крушение. Ну, давай сокрушение возьмем. Ни разу не брал. Что может пойти не то? Хочу силовой танк. Лучшая карта в игре, как известно. Хочу второй топор, потому что... Хочу блок щитом, потому что это констрактед. Ментальный техник. Еще один рывок. Еще один топор. Четыре топора. Так, мне нужны карты вкусной зомби. Или... Да, я уже взял. Пролагало. К сожалению, я бы, возможно, взял гнома-изобретателя. Казнь одну возьмем. Возможно, гоблин-аутист. Нет, у меня заклинаний очень мало. Тиндарайка. Механический йети. Клифф или вождь. Вождь. Огр. Огар. Скарлет. Дворф. Хотя, возможно, Мурлок. Третий топор. Корсар под топоры. Меливар. И последняя карта. Дживс. О, боже. Дропов за два вообще нет. Давай гнома-призывателя. Возможно, что-нибудь пораньше придет. Кайф! Кайф! Так, удаляем счет. Чтобы никто его никогда не видел. Чтобы мне не было стыдно за него. А мне будет за него стыдно, черт подери. Я верю в себя, я верю в то, что мне будет стыдно. Мне всегда стыдно. Я не знаю, что я несу. Выключи звук. Смотри меня без звука. Наслаждайся. Не, да, наслаждайся скиллом. Окей. Это определенно худшая колода на воина для арены. Муа, спасибо. Тартовая рука неплохая. 5 топоров. 2 топора. Нормально. Ну, у меня есть смертокрыл. Смертокрыл побеждает. И вкусный зомби.
Вот и пускай думает, как от этого всего отбиться. Я буду просто бить лицо, понимаешь? Арканитовыми жнецами. Помогите мне. Помощь я не умею. Ладно. Вот этот топор сейчас будет. Два топора. Я уже победил. Но он еще не знает. Данный паладин не догадывается, что я уже победил. Ему может показаться на секунду, что ему всего лишь требуется разобраться со вкусным зомби. И тогда... Но потом, да, у меня смертокрыл будет. Но потом у меня будет смертокрыл. Пять топоров — это 42 урона. Ну, ты видишь? Это больше урона, чем вот это вот все. Так, это неплохо. Это хуже. В принципе, тоже терпимо. Ну, как терпимо. О! Добрый друг пришел. Мой добрый-добрый друг. Ну почему ты не мог оформить трипл? Заткнись! Ничего ты не знаешь ни обо мне, ни о том, как насколько неплохо я сыграно все это было. Окей. Это хуже. Мне нужен тот, который добивает, это не он. Блин, 7 в рыло получать, это больно. По слухам. Тяжко как идет-то. Можно рерольнуть? Не, это никак не... Ладно. Где моя ХП? Никто не видел. Я что-то как-то немного напрягаться начинаю от этой игры. Пой Кристину Си. Нет. Да, и Волф уже в библиотеке. Closed Beta. Кому не наплевать, насколько стоит Эволф? Проблема, да, вот в том. Проблема главной Эвольвы, на мой взгляд. Потому что он стоит до хрена денег! Корпоративная игра столько стоит... Корпоративная, кооперативная игра столько стоить не должна. Да, 8-8. Мне казнь... О, так. Ну, хоть так. Операция «Бить лицо» начинается прямо сейчас. Да, Эволф стоит... У меня не грузится страница. 1400 рублей. Ну, как бы, то есть, это примерно сколько у меня смотрят людей. Поэтому каждый человек мне должен... Мне должен... Кинуть по рублю. Ну, и где-то осенью 2015-го Эволф уже можно будет купить за полтинничек. Что это за ужас? Это ложись? Жду приказаний. Это ложись! Конечно же, это ложись. Фак, это не ложись. Да лицо бьем. Это баф. Я тупо сыграл. Нужно было бум-бум. И окей. Но я не знал. Я не знал, что это ложись. Это не ложись. Прекратите говорить мне то, что я не должен говорить. С кем я вообще обращаюсь? Это терпимо. Не бей, не надо, я же не рерольну, ничего не произойдет с моим. Да, давай. Ну не надо, ну оставил бы мне подрывника. Какой смелый паладин, а? Столько урона принимали. Еще и дживс. Ну, какие-то у меня неприятности. Я с этим справлюсь. Где мой майнд контрол? Ну мне придется
Два рывка. Ох, я рывки буду на следующем ходе делать. Ой, я на ходе, следующем на ходу. Ой. Сейчас его ждут. Ну, кстати, я его убиваю. Если он сейчас что-нибудь сделает, довольно-таки тупое. Например, проигнорировать дракона. У меня два рывка. Да, 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 поэтому не надо убивать дракона. Не убивай дракона. Великан — это идеальный вариант. Ты понимаешь? Да. Да, ты все сделал правильно. Ты все сделал, паладин. Паладин, ты молодец. Один сыграл хорошо. Достойный соперник попался. Это, кстати, о том, что всегда нужно убивать всех существ на поле боя, чего я не делаю никогда примерно. Примерно никогда. Но зато я скиллов. Так, оставить? Ставим через монетку на третьем ходике, возможно. Да ладно, нормально, чё-то. Нормально, чё-то. Ага, паладин. Возможно, это тот же. Тогда мы его озадачим. Кстати, неплохая стартовая рука. Через монетку тут можно всякие грязные вещи делать. Все готовы к 10-дневной бете и Волва? Да, блин, какая 10-дневная бета надоест через полтора дня? Серьезно? Дай мне подумать. Что приказание? Я дам тебе подумать, мой друг. Смотрел легенду об Аанге? Аанг! Мне так на горшке говорят. Нет, не смотрел. Ну, я начинал, но такое... Проблема в том, что... Как бы, да. Проблема в том, что... Во-первых, по-моему, не было с английской версии. Во-вторых, там плохо все нарисовано, потому что DVD-RIP. Короче, нет! Ты долго думал, паладин. Ты меня немного этим напряг. Монетить или не монетить? Вот в чем вопрос. Или все-таки монетить? Да, Йети, наверное, лучше замонетить будет. Замонетим-ка мы Йети. Йети-Йети замонетим. На Titanfall тоже все передергивали. И где он сейчас, спрашивает товарищ в чате. Ну, Titanfall был охрененным. Понимаешь, в чем нюанс? Это меня никак не смущает, мой мистер Паладин. То, что ты вот это вот сделал, зачем-то я не понял, зачем. Давай тогда мы тоже рывнем. Он думает, что он один может рывать. Я тоже могу рывать. Титанфол мне очень нравился, но серьезно. Опять же, говоря к тому, что... Ладно, это я не буду, это уже столько видео наобещал, ни один не сделаю. Титанфол хорошая была игра, но, блин, сингла нет. Нужен был сингл. И какого хрена гигантский, очевидно, гигантский... Что это такое? Это... Ложись. Сейчас договорим. Это ложись. У Titanfall гигантский бюджет. Ну что мешало для каждого гребаного пистолетика и автоматика сделать по 3 коллиматора и побольше обвесов? То есть там просто контента было мало. Это какая-то чушь вообще, я не понимаю. Они потом ее более-менее превратили в приличную игру. Там сделали режимы новые, крутые, типа того, что нужно было бегать только паркурить и нельзя было на пол наступать. Фак. Ну поздно уже, поздно.
Ну, кстати, у меня зато преимущество. О, топоры! Нет, пока есть. Ну, надо лицо уже бить, чё. Окей. В любом случае, очевидно, что Electronic Arts, они продали довольно-таки немало копий Titanfall. Поэтому я надеюсь, что все-таки Electronic Arts даст добро на вторую часть. Мы в это время будем бить лицо. Потому что вторая часть Titanfall, она не требует каких-то особых затрат. Уже движок есть, модельки есть, механика есть. Просто контента в три раза больше навалите. Сделайте сингл, наконец. Какое кинцо смотрел последнее? Ну, позавчера, кажется, седьмого сына. Вера, мой... Фак! Фу! Уже дали добро, и она выйдет в стиме. Да, я вспомнил эту новость. Странная, кстати, новость про то, что она выйдет в стриме, если это Electronic Arts. И если это Ари... О, боже. Ну это ложись же, да? Это же мерзкий... Ладно, давай проверим на какие-то там еще паладинские вот эти дурацкие карты, которые там что-то делают. Снижают ХП до одного, например. Нет! Нет. Встрял я с коровой с этой, откровенно говоря. Это не ложись, это баф. Ладно. Destiny тоже хайпа много было, но я не хайпил. Destiny. Откровенно говоря, с момента первых геймплейных роликов или что-то такого. Так, он опять? Это второй паладин, который решил меня игнорить, да? Сексуальный паладин. Так, нужно все посчитать. Мне не хватает маны. Считать даже нечего. Нужно убить змею. Какую змею? О, боже, все плохо. Нужно армор-ап сделать по-любому. Нужно арморчиком накатить. Но, по-моему, я все равно отъеду, да? Так. Что мы имеем? Много-много урона, 14 хп. Можем убить трога. Нет, нужно с рывком убить другана. Немного мимизировали урон. Мимизировали урон. И армор-ап. Я не убиваю его, блин. А, ну понятно. Ну теперь только смертокрыло спасет. Если спасет. Окей. Ладно. Мало хп. Вообще никак не живу. Просто. Пушка. Ну мне не поможет пушка. Никакие варианты, да никаких вариантов, слишком много урона здесь. Бум. Выстрел. Увы и ах. Возможно, он ПБМить захочет, а тут я такой за смертокрылью. Неплохо сыграно. Заткнись. Что же теперь? Примкни к нам. Вдруг он побэймит, а? Я хочу, чтобы он бэймил. Полностью. Если бы не монетил, сделал бы смерть. Да там нужно было монетить. Да, потасовка. Ай, все такие умные. У одного у меня стрим только есть. Ну, я тебя прошу. Ну, побэйм. Ну, мама, мужик.
Почему ты никогда не берешь таунтов? Потому что я беру самые валуе карты. Это не важно. Я беру корову. Корова лучшая карта в игре, как известно. Господи, как я проиграл. Ну какой хил? Почему всегда хилы какие-то? Я буду кряхтеть. Почему не убил микробота? Ну, возможно, потому что не было ничего и уже важно. Примерно ничего уже и ничего не спасало бы. И наконец-то травм. Молот Рока. Победа или смерть. Почему пушку не выложил? Ты играл в МТГ. Ну, так там. В электронной версии пробовал немножко. Заигнорил стол против паладина. Ну, потому что у меня, блин, всякие топоры, там надо лицо бить. Легендарный друид. Легендарный друид — это хорошее начало дня. Люблю начинать день за кружечкой горячего, освежающего друида. Я уже не помню, что я говорил! В конце шутки я не помню, что говорил. Я не буду трогать свечу, мистер Кобольд Геомант. Почему кот так жрет видеопамять? Потому что не оптимизированная параша. Мои глаза всегда открыты. Ладно. Сокрушение. Мне не помогает. Как относишься к переносу куда опять на март? Вот так. Я надеюсь, тебя устроит мой ответ, потому что... Ну какое GTA? Ну GTA. Ну вы ПК, понимаешь? Ты ПК. Никогда не выйдет у тебя GTA на ПК. Нету! Не будет у тебя GTA на ПК, ты понимаешь, в чем проблема основная? У меня будет. На концу... Я мультибог. Ты понимаешь? Ты ПК холоп. Не надо меня убивать. Не убил. У тебя никогда... Ты не можешь мне писать спасибо на бета-тест, потому что игра 2013 года у тебя еще не вышла на ПК. Понимаешь, в чем дело? А я мультибог. Я уже прошел. А ты не играл еще в GTA 5. Я тебе могу проспойлерить. Я могу тебе рассказать то, что там можно летать за птичку и какать. Ты не играл. Понимаешь? И ты приходишь ко мне и что-то говоришь. Я думал, что это тотем с головой, понимаешь, в чем дело? А это тотем, и сзади мурлок бежит. А этому этот тотем, у которого голова мурлока. Такой типа змеиный тотем. А это не он оказался. Оказался тотем, а сзади бежит мурлок. Так вот. О чем мы? Да, даже людей немного вышло от этой всей моей, от этого монолога. Ух, я его сейчас сокрушу. Главное, здравствуй писать. Давай карту потянем. Пока все идет хорошо. Почему «Стрела» лучший сериал в современности? Потому что нет. Хе-хе-хе-хе! Здравствуй. Hello! Помнишь видео, где ты говорил, что консоль — это проделки сатаны, и предал нас? Это говорил не я, это говорил мой персонаж. У меня, ну, кстати, ну, такое, на самом деле. Я разочарован Next-Gen'ом, откровенно говоря. PlayStation 4 пылится уже полгода примерно. Next-Gen'ом я разочарован.
Возможно, я просто слишком молод, чтобы, например, застать старт PS2, PS3, на которых тоже не было... не во что было играть первые пару лет. Понятно, что покупать консоль в начале жизни — это довольно-таки глупое занятие. И при этом у этих консолей еще и была куча игр, благодаря тому, что никто в данный момент игры не разрабатывает, все занимаются тем, чтобы переиздать старые игры. И чтобы ты купил еще раз все эти игры, которые ты уже играл. Так и живем, Last of Us и все такое. Где мой меч, когда он так нужен? Фу, маг. Не люблю магов. О, господи. Ну дай мне что-нибудь приличное, я сейчас как украду мимичным техникам своим. Мяу. Действительно мяу. О, сейчас мне придет или мерзкий червь, или танк-паук. Ну-ка. Посмотрим. Ну или так. Скажи отношение к Drive Club стоит брать. Да я все ждал Drive Club, когда все-таки выйдет бесплатная версия для холопов, но что-то как-то она не вышла, и поэтому я не стал брать. И я проигрываю. Просто дичайше вообще проигрываю. Что-то как-то прям вообще ужасно и просто невозможно. Я проигрываю. Не могу. Ладно, следующий ход будет неплохой, в принципе. Я надеюсь. Смотрел Уилфред, как относишься к русской адаптации с глухарем в главной роли? Ну, по-моему, она ужасная. Хотя она вроде так и не вышла. Я проигрываю, ты понимаешь, какой глухарь? Ты видел, что творится на экране вообще? Какой глухарь? Я, конечно... О, боже, тратить. Ну, это маг. Он просто пинганет и убьет 1-3. Еще одна 1... Drive Club со скидкой сейчас, ну окей. Возможно. Нужно как-то сыграть, и я просто... I have no fucking idea. За адского крика. Действительно за него. И давай еще Синдарайку вывалим, потому что меня уже ничего не спасет. Примерно так. Зато музыка приятная. Ну, конечно, Фростболт у него есть. Ну, потому что какая вообще вечеринка без Фростболта? И у меня нет ХП вообще. По-моему, у меня душа отделяется от тела. Такими играми... Фак. Как-то не взлетело пока. Где джинглы? Да какие тут джинглы? Тут уже не до джинглов, тут бы, блин. Хоть 3 победы бы оформить спокойненько, чтобы смайлик оправдать хоть как-то. Ну, чтобы хоть что-то. Хорош! И... Ну у меня же крутые карты, у меня вкусный зомби. По статистике не проигрывает человек со вкусным зомби в Хардстоуне. Это в чем я его измазал? Сэмпай, прекратите меня выигрывать у меня, сэмпай. Видео пора делать. Я с тобой согласен, честно говоря, человек. У меня что-то PSN не загружается вообще.
откровенно говоря. Я опять, по-моему, так и проанализировал. Я обзываюсь на людей, я же хороший, ну блин. Единственный стример, который играет хуже, чем я, написал человек. Да, действительно, это я. Это я! Ага, он пропустил ход. Ну все, ты проиграл. Могу тебя поздравить, паладин. Мистер Паладин. Вы только что совершили поражение. Ну как совершили? Допустили. Ну как допустили? Короче, продул ты, фуфил. Скоро выйдет фильм «Физрук». Я, кстати, не удивлюсь. Но это у нас СТС дело, насколько я помню. Кухонку полноценную, да? Полнометражную. А кухня — это СТС. Ну, очевидно, что физрук тоже кучу денег соберет. Сейчас неплохой ход будет, если он это все не расчистит, конечно. Почему у Джон Вика 8 из 10? Потому что хороший фильм. Окей. Это терпимо. Это неплохо. И сейчас на пятом ходике у меня есть всякие возможности для уничтожения этого товарища. Жду приказаний. Стрела лучше физрука. Ну да, понятно. Ой, ну паладин что-то задумал, очевидно. Но я не знаю чего. Нет отличной боевки в Джонни Уике. Прекрати со мной спорить, мне оплатили Джона Уика, поэтому как я могу его... Давай просто бить лицо! Хороший фильм, реально хороший фильм. Я не знаю, что, какие еще могут быть требования к боевику за 20 миллионов долларов по качеству. С другой стороны, в свое время 300 спартанцев сняли за 30-ку. Или за 35. Интересно. Смотрел Soul Eater? Немного смотрел. Запусти ракету, пожалуйста. Ну, паладин, давай. Соображай уже. Что? Окей. Ну, он прям выхилился. Сорванец. А временно подумать? Бум! Бум! Пять лямов, 30 спартанцев. Что-то как-то сомнительно, по-моему, нет? Мне казалось, меньше. Да, реально 65. Ну, значит, моя память... Память подводит меня порой. А где мой второй топор? Мне он нужен, вообще-то. Хотя я и так убиваю. Ладно, ну хотя бы 3-3 оформили, как обычно. Как обычно, совершенно непотно, совершенно без визгов и без криков. Я не знаю, что ты сказал, но ты меня обозвал, поэтому я тебя забаню. Как тебе такая? Как тебе такой ответ? А? По мне неплохо. Чешские домашние оргии. Что спрашиваете? Хоть три, хоть не три. В итоге все равно 3-3. А вы уж там сами потом думаете. Так, ну это в принципе... Давай вот так, наверное. Или так. Или так. Давай так. Через монетку гномика.
призывателя, на втором ходике Скарлетка, на третьем ходике Крашонский воин. Да-да, форсить физрука — это очень смешно. Я всегда смеюсь, когда форсят физрука и хлопаю себя в ладошки. Черт. Если это... Неважно. Нормально. К сожалению, у меня на третий ход не остается ничего приличного. Зато Скарлетка есть. И другана я этого не буду убивать, например. Серьезно, что это? Опять констракт? Примкни к нам, или умри. Так, возможно, это... Та штука, которая хп до единички опускает. Ладно. Это штука, которая опускает до одного хп-ху. К сожалению, похоже, придется пожертвовать подругой. Или это змейки. Да. А, это выстрел. Какая хп-ха до одного? Это паладин вообще. Что? Окей. Это выстрел, да. Тогда были варианты. Нет, тогда не было вариантов. Тогда... Окей. Мне не нравится то, что происходит по очевидным причинам. Но давай, наверное, все-таки рывнем. Ну, это тупо. Рывнуть это не очень. Он может как-нибудь ошибиться, что-нибудь сделать, и я потом сокрушу. Или я просто опять все сделал неправильно. Ну-ка. Ладно. Пока так, а там посмотрим дальше. На наши варианты. Есть вариант, всегда есть вариант нажать на сакральную кнопку. Сакральная кнопка. Ну да, или у него есть 6-5. Тоже вариант. Секс. Так, значит, что мы делаем? Нам нужно что-то сделать. К сожалению, здесь два друга, на которых надо сокрушить, а у меня всего одно сокрушение. Ой-ой. А временно подумать. Начни уже стримить что-нибудь, кроме Хардстоуна. Когда обещанный стрим World of Tanks? Слушай, мне подарили в World of Tanks код от процессора Intel, который дает премиумную ПТ-шечку 8 уровня. Я зашел... Короче, история в том, что я зашел в картоху, и это просто отвратительно, играть в это невозможно. Такая вот история. Интересная история. Как он делал 12 побед? Да я сам в шоке! Ну, я проиграл опять. Арканидовый жрец. Как он сломался эффектно. Но это Хантер, он меня застреляет просто. Даже смертокрыл не спасет. Честно говоря. Откровенно говоря, меня уже ничего не спасет. Да еще и с этим друганом. А, ну в принципе я могу щиты поднимать. Но проблема в том, что я не успеваю.
Я не успеваю ко всему этому. Я сейчас кучу карт потеряю, если смертокрыла выложу. У него тоже есть куча карт. Но, возможно, у меня есть шанс еще. Микроскопический. Интересно. Микроскопический шанс. Нет, я не смотрел уцелевшего еще. Фак. Хотя это... Ну, у него все есть. У него все есть, что надо. Он еще и куснул. Что это за Миракл? Миракл шаман. Я не знаю. Забань всех смешных людей, которые шутят про физрука. Нет, не буду. 3-3 совпадает. На. 3-3. Окей. Ну ладно. Стандартная. Стандартная аренка. 50 голды и бустер. Ну, конечно, да. Конечно, да. Я не умею... Окей. Зубцевик. Я не играю, к сожалению, за паладина. Но это мне нравится. В принципе, мне нравится. Кто-то уже начинает со мной прощаться. Нет, мы еще, пожалуй, полчасика, я думаю. Нужно еще поковырять немного конструкты, да? Я думаю, это неплохо. Я думаю, это всегда хорошо. И, возможно, Shovel Knight попробовать. Но у меня геймпад вообще подключен. Не знаю насчет Shovel Knight'а. Я же там тупить буду, я не играл ни разу еще в него. Посмотрим. Утер и Малфурион. Я должен защитить... Я не фанат Fallout'а и не могу объективно оценивать все части. Но мне третья ок, New Vegas ок. А первые две, конечно, древненькие. В детстве я их не любил, например. Я не играю за паладина и пошел играть за паладина. Да, примерно так. Ну, что мне требовалось скорее сказать, что у него просто нету места для того меча, потому что другие мечи у него гораздо лучше. Окей. Смотрел рестлинг. Смотришь рестлинг или смотрел? Да, смотрел с Фоменкой. Помню, смотрели, сидели. Боже, что это? Что это такое? Щит. Ну ладно, это терпимо, потому что у нас есть чудо-друган. И, возможно, даже на следующем ходике будет чудо-друган. Смотрел рестлинг, смотрели рестлинг, сидели, потом переключили, а там на другом канале Ельцин говорит, что в отставку уходит. Прикинь. True story. Один зубцевик в топ-колодах всегда лежит. Ну хорошо, что я не топ-колода. Ты меня видел? Какие топ-колоды? Ну все, дроид уже проиграл, он просто не знает еще. Как думаешь, какой фильм худший из худших? Трансформеры или Черепашки-ниндзя? Ну мне кажется, все-таки Трансформеры 4 похуже, чем Черепашки-ниндзя. Потому что они идут 3 часа. Я чувствовал реально в конце, что я начинаю сходить с ума, когда они еще в Китай полетели. Я думаю, господи, остановите. Окей. Неплохо сыграно. Оружие на изготовку. Я вернусь. Так, мы сейчас хорошо забафаем корову и, возможно, последний. Крикни, пожалуйста. Нет, я не буду кричать. В Evolve есть режим на 2 монстрика. Окей. Мне это не страшно. Потому что у нас есть что-то там. Или вообще за коровой отсидеться. Отсидимся за коровой. На паладина топовые деки слишком дорогие. Ну хорошо, что я донатер. Зачем ты вообще на них в кино пошел? Ну, для обзора в том числе. Ну, я не ожидал, что реально последние трансформеры будут настолько плохими. Ну, неплохо ему на вертолете-то прилетело, так глянь.
Ладно. Счет убери. Действительно, нужно счет убрать. Где мои суперкарты? Где обзор? Да ты с ума сошел. Какой обзор? Мне пришлось бы вспоминать фильм, который я посмотрел. Это было бы ужасно. А еще пятые трансформеры будут. Конечно, будут, конечно же, будут. Ну извините, пятые трансформеры. Что я могу поделать, если они денег собирают? Если я сам на них хожу и даю деньги. H1Z1. Ты глянь, реально люди смотрят эту парашу. H1Z1. Ну что, уже в Стиме можно качать, что ли? H1Z1. Игра с ранним доступом. Будет доступна через 2 часа. Ну ладно, скачаю. Возможно, попугаю вас во время стрима. Сильвана. Сильвана Ветрак... Я убиваю? Я не считал, я смотрел на H1Z1. Ты глянь, убиваю. Круто. Добавляй себе Тириона, Бума и Сильвану и вперед к легенде. У меня, к сожалению, только Бум есть. Бум щакалака. Увы и ах. Смотрел «Одержимость»? Нет, не смотрел. Но мне, кстати, ее рекомендовали, по-моему, крайне-крайне сильно. Возможно, я сегодня вечером посмотрю ее тогда. Нужно запомнить. Нет, не буду сегодня смотреть. Смотрел «Левиафан», смотрел «Седьмого сына», смотрел «Голую Сильвану». Да, я все смотрел. Мне все понравилось. Ждешь фильм Чаппи? Не особо, он, конечно. Мне не нравится, во-первых, эта группа, которая. Thank you, freaky, and I like you a lot. I think you freaky, and I like you a lot. Не знаю, они там как-то не в тему. Ну, посмотрим, Чаппи. Это последний шанс у этого режиссера, как его, Блокман. Это как копатель, только Блокман. Это его последний шанс на приличный фильм, очевидно. I think you, Сирики, and I like you a lot. Кто это, мерзкий червь? Да я не буду твоего червя убивать. Ну, теперь придется, к сожалению. А, у меня еще один есть. Кайф. Как тебе Биг Мак с шаманом из Ростикса? Что? Окей. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Чух-чух, это тоже плохо. Нужно мне занижать его атаку, это бред. Увы и ах, у меня нет хорошего хода на данный момент. Обязательно перезвоните нам. Baking soda, I got baking soda. Ну это стандартный, понятно, это стандартный меха... Меха-меха-мах. Зато у меня есть друган. Блин, ну это такое себе. Следуй правилам. Жду приказания. Хотя бы так. Прочитай.
читай мой ник правильно, и ты крут. Panda Playable. У тебя легкий ник. Там читать нечего. Это супер просто стандартный мехамаг. Какого черта он делает на 15 уровне? Пушка. Черт. Ну ладно. Ага, еще ему. Ну ладно, это терпимо. Это терпимо. Пожалуй, в данный момент мы все-таки выложим одну из коров. Одну из двух святых коров. Почему ты не уходишь, спрашивают? А ты меня уже гонишь, да? Ты меня уже хочешь прогнать? Скоро пойду. Если тебя это так заботит. То я скоро уйду от тебя. Пожалуйста. Нет, не надо. О, фак, фаербол. Ну ладно, ладно, трать свои все заклинания на это дело. Если бы вот только у меня была еще одна корова. А вот же она. Или ладно, пока похиляться. Давай похиляемся. Возможно, он какой-нибудь хекс потратит, который потом... Как тебе политическая линия в Good Wife? Про выдвижение Алисии на пост Алиши. Алиша. Алиша Флорик. Мне нормально, освежила сериал. Вообще, они, конечно, хорошо постарались, чтобы сериал освежить. И судя по рейтингам, это будет последний сезон. Я сегодня, кстати, скачал новые серии посмотреть. Good Wife. Хорошо, хорошо. Могло быть хуже. Так, вот это меня уже немного напрягает, поэтому животик. Ну давай Скарлетку. У него там много всяких существ с тремя атаками. Играл в Black and White. Да, играл. Полиморф, он называется, а не Хекс. Ну, извините, я еще и слова должен тут какие-то учитывать. Это мехмаг, у него нет Хекса. Нет, один Хекс туда кладется. По суперканоничной... По суперканоничному... раскладу. Мне нужно мое кольцо света, мне надо. Окей, он тут сам все раскидал. Что? А, это портал создал, очевидно, да? Привет, привет, привет! О, подписчик! Черт тебя подери! Надо не хотеть читать быстрее. О, Йосериан 451. Здравствуй, дружочек. Как ты прям поздно влетел, когда мы уже тут начинаем сворачиваться потихонечку. Привет, привет, привет тебе! Я не знаю, что надо говорить в таких ситуациях. Здравствуй, короче. А тут, кстати, две одержимости. Но явно не про одержимость 2004 года разговор идет. Нет, у меня тоже есть кольцо света, ты ничего не знаешь. Привет! Еще раз тебе привет. Элитный подписчик. Фу. Да надоел ты со своими раздражаторами, типичный мехамаг. Окей. Во имя справедливости. Вера, мой приказание. Не уходи, денег на арену не хватает. Хватает, но уже на сегодня наигрался я на аренах. Нужно на завтра, понимаешь, как это генерировать, копить скилл нужно свой. Что? Так, два фаербола ушло. Очевидно. Во имя справедливости. Что за потная игра? Почему рыцаря 9-9 не сделал? Потому что у него есть хекс. А, черт, у врага тоже был божественный щит. Потому что я устал, и вы меня обзываетесь, я должен все это читать.
читать. Не понял я, а откуда у него тогда, если это... Серьезно? Подожди, а откуда был тогда уменьшатель приставский? Уменьшайзер? Если с первого портала выпал раздражатор? Чё? Ну какой Тошли, это, блин, мне все планы путает. Крошер из Пирота. А, окей. Да, не то чтобы я следил за игрой. Привет, привет. Еще подписчик. Ну, что-то вы сегодня поперли. Керри ЛЛКТ. Здравствуй, друг. Ты что сегодня так поперто? Подписываешься и подписываешься. Что спасибо. Крошер, крошер, голем. Да все понятно. Обратный переключатель. Ты глянь, что творит. Ну какой Тошли из портала, это нелегально. И Фростболт. Где мои суперкарты, чтобы тянуть карты? Ага, ты думаешь, что тебя это... Муа, не спасет тебя это. Сексуальная карта. Доктор Бом. Ну это тоже карты. Так, ну надо убивать, к сожалению, вот этого вот друга. Убьем друга. Следующий ход будет геймчейнджером, понимаешь? Все, собрать, тихо, я нормально. Следующий ход изменит все. Он не знает, что его ждет. Он думает, что уже выиграл, а тут просто ты глянь, что тут. Ты посмотри, здесь 12-12 существо вышло на поле, которое при смерти наносит от 2 до 8 урона. Господи! Зато мы элитные с подпиской. Да, вы элитные с подпиской, и я вас люблю. Вот. Я выиграл. Он ничего не сделает. Надо здравствуй писать. Какая встреча? Ха! Смеюсь вам в лицо, сэр. Неправильный порядок. А, окей, понятно почему. И все ушли в доктора Бума. Смеюсь вам в лицо, сэр. Ну-ка на 4. Ну почти. Только тебе надо заплатить, чтобы смотреть с тобой стрелу на мой ДР. Ну, если бы речь шла не про стрелу, тогда заметно меньше. Ну-ка, карту мне. Это не та карта, которая... Привет, привет! Еще подписчик. Здравствуй, ну как бы псих51рус, но это псикс. 51 рус, что тебя занесло к нам в этот поздний декабрьский вечер 2014 года? Надо было, я забыл, что она бафнится, до 2 хп нужно было рыцаря. Фак. Неважно. Конечно, я тебя больше не буду, раз у тебя подписка закончилась. Слабый маг. Так, все, последнюю каточку. Хотя зрители что-то опять расти начали. Опять какой-нибудь мистер Торрошка закончил стримить, и вы все ко мне прибежали. Ну ладно. Так, все, последняя игра. Конечно же, я лысый. Конечно же, опять Джайна. Кто же еще, черт подери? Дайте мне что-нибудь получше.
Мне нужно стримить чуть дольше, чтобы заканчивать позже. Так ты получишь больше подписчиков, а ты вообще... Ну, как тебе сказать? У меня уже болит. Мне уже больно стримить, понимаешь? Ладно. Неважно. Как ты относишься к ситуации с Центробанком на территории РФ? Ну, как бы... А в чем ситуация заключается с Центробанком на территории РФ? Он разорился? Топовый ход. Все пришедшие от топовых стримеров, здравствуйте, здесь совершаются вот такие ходы. Если вы не знали... Да, еще и под мага. Господи, я не заметил, что это маг. Топовый ход номер два. Против тебя Трафальгарло. Ну, бывает что. Кто играет гнома-экспериментатора? Элитные мувы. Такая встреча. Пора писать. Пора писать. Что это за маг? Я не в трендах немного этих ваших современных магов. Мне бы как-нибудь вот это вот все реально... Надо бить лицом! Нет. Это тоже бред. Ну ладно, давай. Фью! Ну, кстати, следующим ходиком можно оформить себе 6-6 рыцаря. Упс. Ну, или так. Ладно, убьем тогда его. На големах он. На големах это страшно. Потому что мне их нечем расконтролировать. По-моему, БГХ я в эту колоду не засунул. Это нет, это не на големах. Это какой-то просто бомжара. С чародейским взрывом. Кайф. Так, ну за 7 маны мы сделаем там богоподобное существо, пожалуй. Или ладно, уже сейчас сделаем. Я не в том порядке разыграл все. По-моему, пора заканчивать стрим. И ладно, я доиграю. За орден! Имя справедливости. Все равно выиграю. У меня есть доктор Бум, я задонатил, чтобы выиграть. Или нет? Ладно, видишь, как получилось? Получилось дико вообще. Да, именно за это меня и любят. Ух, как он много в лицо-то получит. 4 урона, это немного. Ладно. Я не пьян совершенно. В том-то и проблема, понимаешь? В том-то и проблема, если бы я был пьян. У меня были бы хоть какие-то оправдания. Я тебя забаню навеки. За твою стрелу и серию третьего сезона, 10-й эпизод стрелы. Я тебя просто аннигилирую, понимаешь? Почему они замораживаются, если по ним урон не прошел? Кто это придумал вообще? Это чмо позорного осла придумало. Вот кто это придумал.
Какая встреча? Ну, господи. Неплохо сыграно. Спокойно. Что вам не нравится? Это будет круто! Господи, петушиный маг. Маг на петухах. Он серьезно на великанах просто. From a bojo. I'm in love with a cocoa. Baking soda, I got baking soda. Baking soda, I've got baking soda. Ах, мои мыльные пузыри. I'm in love with a cocoa. Колода очень хорошая. Колода называется «Мыльный пузырь». Упс. 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 Я же не отъеду. Это какая-то безумная ледя... Я же не отъеду. Окей. Ну вот, ты глянь, почти легенду взяли за этот вечер. Вот, друзья, я думаю, на этом надо потихонечку, потому что у меня все тут уже такое половилово пошло, ужасное просто вообще, да. Сегодня много людей подписалось, немного задонатило, ну как, нормально задонатило, все. Спасибо подписчикам, спасибо донаторам, спасибо случайным людям, которые ко мне зашли, обычно я так хорошо играю, да. Спасибо, что смотрели, я надеюсь, вам понравилось, мне понравилось. Вам понравилось, я не поиграл в Shovel Knight, потому что я трипло. Приятного вечера, я уже вырубил стрим, но все равно врублю рекламу, потому что в конце какая разница уже что делать, я вообще могу просто оргию здесь устроить. Реклама, 3 минуты. Бум, всем пока, муа. Аргблейд, что это за параша? Пайчонг? О, я, по-моему, его ставил, он реально ни о чем. В основном положительные отзывы. Warframe Honor Pack. Может, Warframe поиграть? Мне, в принципе, понравилось. Hello, we need go, go. I'm in love with the cocoa. I got it from my Jojo. Baking soda, I got baking soda. Привет, привет, привет. Да какой подписчик, стрим уже закончился, Сумерикон. Еще раз решил подписаться. Тралишь меня? Ты что, меня тралишь? Спасибо. I'm in love with the cocoa.
И. А, нет, Сумерикон не был подписан, действительно. Спасибо. Ты написал, что типа, я, может быть, подпишусь. Все, я пошел, чего вы тут сидите-то? Ну ты и Соня, тебя даже конец стрима не разбудил.